Ну ты нажми там правой кнопкой мыши на Void AES смотреть нажми. А чё, типа, если НХ денет две такие хуйни, можно, да? Или она тут на правую руку, нахуй. Это поебень на распыл. Так сам и распыляй. А что ты отдать хочешь? У тебя что, плащ хороший? Ну я статик, я статик, давай, шаманы.
Хуяси. Нет еще. У него КД нахуй, ну.
Все, резать. В смысле, в диване стоять, что ли? Какую рисовку? Сейчас посмотрим. Так, лока достаю. Хорош, я спас вас, получается. Я уже резнул. Уже резнул. Вставалка там что-то пару минут, наверное, и откатится. Да бегу, бегу. Еще добудись с боем.
Зачем? Тут два моба. Просто вот этих два моба сначала спулить, а дальше не бежать сразу. Тогда не упадем. Не повезло, получается. Че, от огня надо? Так, сейчас, секунду, а где он, блядь?
Че, кто рез? Ну, может, добуди сначала даст. Есть встать, но там пиздец что. Достанешь лестницу?
Че, выйдем? Два тела лежит. Слушайте, вы мне объясните, блядь, а чё, нету никакой другой тактики, типа, чтобы не копить 100 тысяч мобов, там, хотя бы, блядь, начинать их как-то сливать раньше, блядь? Нету никакой хуйни такой. Ну, может так попробовать, блядь, тут вся загвоздка-то. Да. Да. Вот. Вот это я и хотел. Потому что, видишь, он стягивает, нужно найти место встать, еще и танка захилить, а на нем 20 мобов лежит, нахуй. Еще и вы на бомбах падаете. Да, надо бы. Сейчас там уже их 20, блядь. Ну, глыбу нажми. Чё-нибудь.
Сова по вершами. Да, Иннер по вершами, сова. Дай войско там. А, все, трэша нету. Ой, лол, нахуй. Да какой бьем, вы ебанулись нахуй? Вы че, угораете, блин? Лол, блин. Пиздец. Пошли, давайте сначала, нахуй. Ебать. Ебать, охуенный диван посреди комнаты, ебать. Сука, лол, нахуй. Там на второй... Да ему еще сложнее будет, блядь. Да ща нормально сыграем, да убьем, блядь.
Жабу лакраса хочу побить, блин. Ну, все так, без тебя убьем. Да ебаный рот. Сука. Ебучий босс, блядь. И все. Есть. Да, все забыл. Только аккуратно. Пусть попробует, может. Хули. Слеза, только аккуратно. Слез дерева упал. Ну попробуй, ну только аккуратно, не двигайся. Всех выкинуло, что ли, или что? Бля, я не выкидывала еще. О, у тебя... О, он встал и... Его босс сагрился. Не, он не успел убежать, короче, тут подлагивает. Сейчас я встану, босс и выделся. Я встал. Все, я вниз спустился, нормально, я живой. Где лок? А лок нахуй призраком уже, ебать, а почему? Блять. Сука.
Это все из-за того, что заслакали первый раз. Давай, вы, короче, там в пятером бегите, молокраса бейте, мы тут этого пидора убьем сейчас. Быстрее будет. Танк хил, как в РБК, блядь. Ну там, короче, у них этот, как называется, принцип по ролу всегда рейды ходить. То есть у них ни ПГП, ничего, никакой другой хуйни, то есть ни консулута, только рол. Вот, и они когда рейды собирали, они требовали чарки, быкафласки там. Ну я пару раз был давно еще, когда ИГ-25 был, там все ходили. Вот. А как вы пробежите там? У вас четверо всего.